Это где? Это в теплице. 16. Ловите, ловите чувака. Хион, Макгрегор, почему упали? Ну, наверное, потому что танки не убежали агр. Атом наркологист. Наркология. Давайте на куры, блядь, ну любого из танков, какой вам понравится. По КД, на все трэш, на всех боссов. Паука все бьем. Слуга дышит два раза уже. Танки, это 100 гп будет сейчас. В смысле, я тут один. Ну, слуга, значит, раз там есть, значит, он боевой где. Не помогает, надо агрить трэш. Я проверил ловушку. Зайдите за стенку все. Надо бить метку. Давайте потрогаем. Притяните кружочек. Попав на носок каски, Археон кулаки, полипал, пятая пати, кресты, плюс рейтинг. Я слышу, короче.
Археон. Один у нас не слышал. Рекс Ха. Ты не слышал. Услышал, молодец. Ваш путь закончится, так и не начавшись. Никто не смеет входить. Самогон, если ты будешь кашить, то никаких осколков тебе не будет. У меня лок есть уже. Ставьте рыбу. Тикайте в столик, берите штруделя по 80 штук. У меня уже достаточно таких предметов. 10 секунд, чек на пол. 5. Это, поставьте еще 100. Рыбу. Альгин. Игру плоти дам. Дайте баф покладим. Если вы ролите не на тот спех, в котором идете, укажите обратно. Брули, лапу дайте. Ну и без демона, значит, идем. Ничего страшного. Чек на пол, зашли за линию. Полипал ты здесь. Поли пал. Пятая группа. Давайте пуляем. Блять, накроет этот мир. Перед мордой стоите сова, маг. На ДК танка Бринтроль или Грантимы? Бринтроль. Можно на QV, пожалуйста, у меня грань. С тобой фул, да? Да. Рулим. Что, хилы тут есть? Хилы, скажите, что это в итоге? А мы что, в три хила идем? Рекс, да, вылетел. Полипал. А, я понял. Да, я думаю, ты можешь варпал, как мы так захили.
только говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Господина, нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Надо подождать. Заклинание еще не готово. Здесь надо убивать трэш. Пока живой трэш, босса не бьем. Тут как в три танка ходит, я что-то не знаю. В обычке. Леди в обычках пронтится. Эргери только набором играл. Чек на пол. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Пахните приставов. Трэш, трэш. Пора взять все в свои руки. С той стороны тоже. Ты не в силах. Всех трэш играем. Противиться моей воле. Милите, убейте треугольника. Осторожно. Вы осознали бессмысленность своих действий? Что, Холипал опять вылетел? Я, наверное, должна была зеленку прожимать, да? Еще трэша не будет? Я обычно. На все воля господина! Вот этот самогон у вас дай. И он на демона зайдет. Слава!
Я должна в ДКшке зеленку прожимать, правильно, чтобы меня могли законтролить? Да, пробовал да. Яшку ролить, Салав. Окей. Деньги нужны. О, град самогон. Что за дань? Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Бери какой-нибудь ДД, зачем нам еще один хил? Пускай шипа лучше идет. Что тебе нужно? Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Горкрон, взлетаем! Видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Кто первый подобрест, он 10 хвал. Сейчас вы ответите перед Саутфангом! Да, с собой, наверное, пошел, да, я так понял? Сюда, пусть заткнет эти пули.
Ну как-то поздновато заморозка. Здесь открыл на любую шмотку. Да там прорвал на шмотке. Слава, первый в пушке, у меня будет плюс 10 крол. Ребята, всем привет, а меня нормально слышно? Да, привет. Да. Голос уже получше. У меня, короче, лаги жесткие, я Гриню попросил демоном зайти, вон плюсует в гичате. Я просто в деревне сейчас и вообще лагает жесть. Извините. Ничего страшного. Удачного рейда, всем пока. Пока. Выпускайтесь пока. Утроп вышли на сколки. Рулим на мейн. Топор. Запустили. Угу. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир иноплетий. И во славу короля лича. На ух можно? Старый упрямец. У тебя нет. Спасибо. Сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Всем привет. Так. Дайте полуку баф, что ли, как-нибудь. Кто ты там желтые сокеты вставляет? Просто силу? Все силу. Все силу. Хорошо, спасибо. Баф, культу. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер... Интеллект, дайте, пожалуйста. Остался бы цел и чист. Маги. Сегодня... Я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно плеть? Не бьем трэш 100 ГК. Во имя короля лича. Первый по трэшу, плюс 10 крово. На одну любую шмотку. Еще не готово. Кроме совы. Веселитесь, слуги мои. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Остановитесь, слуги мои! Сначала нужно выбрать цель. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Портал идем, никто не отходит. Стоим у портала. Мы похороним тебя, как подобается. Рядом с матерью и Ротик, плащ. Трешлин, гоните кто первый. Эх, хотел жить и совой. Покоритель родин. Два покорителя, два первых порога. Спасибо. Какой еще марафон? Я привожу. Ой, все, я свои плюс 10 к роллу использую на личе, когда меч упадет. Слышь, это я веду. Да, да. Короче, я веду. Давай, конечно. Зачем тебе баланс хатал? Анальгина, зачем тебе меч? Он имел в виду Теренас, наверное. Ну вот, я тоже так подумала. У него и так Теренас, если что. Ну, значит, он, ну, пошутил. Вы меня путаете с кем-то. А кто, что видно? Кто плюс 10 крови свои использует? Ник свой скажи. О, гипсоличи, кто еще? То есть ты что, первый потрешу, что? Конечно, посмотри, самый опасный дядька я. А, да, да. Урон по чудовищам, гипсолитчик. 107 тысяч нанес первый по ДПСу. Ну, я где-то на 91. Ну, ты же понимаешь, что меч не упадет, да? Ну, значит, не упадет 100%. Слава, а почему тогда демон гора уже два КД подряд? М? Так, гора раньше падала, не? Ну что, вдвоем будем хилить? Ну не упадет здесь, в гере мне меч отдадите. Все правильно, да. Какой меч? Прилив. А, сагрили. В прошлый раз падал. Он у меня лежит. Блин, а сегодня пятница? Нет, сегодня суббота. О, нормально, я поспал. Слава, я прицеплюсь за кем-то, отойду пожевать. Да. Пошли на синдру. Есть инфа, что воет боешки себе забирает, это правда? Да. Без того, чтобы тебе положить. Серьезно? Да. Рота, что со мной? Пошли на синдру. О, мне Талик убил. Обнажи
эти клинки, соратники. Фрейгулы насмерть будут стоять. Маракс, это за какого персонажа? Это за какого персонажа? Я хоть тебе скажи, блядь, тоже захочешь. Прибыли наши герои. Я тут самый красивый, блядь. Чендлер, есть Эрдру у тебя? Есть. Давай, Эрдру. Не, не будем просто делать сегодня. Пока одевайся. Надо бы как-нибудь на досуге полный дом сделать. Трейд с хипа, что ли, или нет? Че говоришь? Я говорю, это трейд с хипа или нет? Стоять, блядь, манны нет. Всего? Тряснуть от руля. А 24, все, понял. Я понимаю, что вы все очень быстро хотите пройти. Но у нас два хила и один закрывал ману. Ну так, если что. Достойно жил после смерти. Может быть,
Ты прав, Крок. Дайте шкаф. Спекаемся в его. Да, он успехнулся. Так, Архионт, Варенька, Жрец ПД на Вальке, Чендлер тоже на Вальке, ДЦ и я на рейде. Что вам, блядь? Что баф, интеллект, баф куда? Лазичек на пол. Приштабав инту дайте. Начинаю. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Должны мне помочь. На исходе. Залечите мои раны. Читайте это заклинание. Там вы найдете спасение, герои. Че, долбоёб, что ли? Че, ну че ты ругаешься? Ну че, не видит? Я первый подошел, блин, он... А, Саван, надо было писать, что я типа на другого персонажа кину, или уже, или пофиг? Здесь рулишь на персонажа, которым идешь, на ИП, на любого. А, блин, а то вчера этот чувак просил, чтоб писали. А, блин, вспомнить бы. Чем ты его начал бить? Забагался, он там стоял. Открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Силы возвращаются ко мне.
герои, еще немного. Вы не знаете, почему следующее поганище со знаком вопроса? ДБМ не уверен в себе? Там вы найдете спасение, герои. Давайте к Геру. Победа справа. Где звезда подавления, убейте. Вампир нормально, покажешь? Давно написали. Разгром Макка стоит. Я излечилась. И Зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Блин, опять. Чё, Холику можешь остаться, пока в хиле на ауте? Кому? Ну, Холи Палу остаться можешь в хиле на эту, на символ. Да, останься. Не заходи по телу, Ресни. Реснула. Меня реснуло, не могу реснуться просто. Сейчас стало. Винс, не заходи. Идите быстрее, Крейзер. Че, мы в 5 хилов теперь пойдем? Круто, парни. До сих пор без демона идем. Да нет, я демон.
Давайте бьем драконов быстрее. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ребят, а когда на лане кидает тебя, ну, так вот, судью, то просто можно Паладин, сбей правосудием мудрости, а не правосудием цвета. Окей. Это Холи Пал, да, бьет? Да, пока я Холиком иду, а потом можешь делать, что хочешь. Алло. А, кстати, скажи мне, как Холик, зачем кидать правосудие света на ладу? Вот, то есть на босса. Много дает ХПС. Потому что когда милики бьют, и вообще бьют, они исцеляются за удары. А, то есть типа это чисто для накручивания ХПС? Да. Для накручивания, как бы рейд меньше проседает, и после того, как ты бьешь правосудием света, там еще же свет небес тебя чуть-чуть быстрее кастуется. Не, ну так с таким же успехом можно правосудие мудрости кидать. Ну, а смысл тебе правосудие мудрости попало кидать, когда есть ретрики для этого? Ну а какая разница, будет твое правосудие света висеть или протопало? Я думаю, у них там вкачивается просто не всегда. У Холика все лучше Холик это работает. Вот, это я хотела услышать. Все, теперь я поняла, спасибо за ответ. Я на самом деле сам никогда не смотрел, но мне все Холики говорили, типа, что они будут пить. Я так понял, что они где-то качаются. Поставил. Дайте шкаф лапки. Чек на ка. Пик на сумму. Одевайте. Аспирин поставишь шрыбку? Стоит. А купи. Надо вкачать кулинарку на ДК. Идем. ДЦ, Эрдру, Непал, Дашан. На второй фазе все метки под босса, милики не бьете босса. Пару тычек метку и отходите обратно. Когда в стол... Чем не бафит слава? Утроп каски, Седдер кулаки, Аркеон кресты. Кулак даем. Давайте, 15 секунд начнем. Чек на пул. Ну подожди, дай бафы раздать. Да во время смерти, что бафаешь. Принимайте готовность. Первый этап 300. Спустились несколько. Ауру защиты от магии льда поставьте кто-то, кто у кого в ретре ауру стоит. Вы чувствуете, как ледяная ладонь?
блять. Никто не уцелеет! Метки поставили. До половины все метки надо подбить. Друг от друга рейндж ловите. Квадрат через. Спрятались. По центру падают. Слева падает. Что, блядь, делаете, алё? Не бейте метку, милики ушли. Милики не бейте, босса стоите, не бросьтесь. Метку осторожно, до половины подбить. Остальное осторожно, после метки. Беги, малышка, беги! Так, кто притягивается, с мозгов нет, например. Разбиваю метку, несу под босса, ушли милики. Ушли, милики. Разбили ставку. Сначала метка, потом была следующая под босса, сразу разбиваем. Сука, уйдите! Сразу разбиваем. Следующая под босса, сразу разбиваем. Морден под босса. Сейчас Сталик упадет, никто не заморозился. Нет, разбейте сейчас. Память. Руйте кольцо. Кольцо руйте. А можно носить гер и обычный? Защитник руки. Да, я думаю, можно. Нельзя. Не? Нет, конечно. Покоритель руки. Что у вас тут еще живое осталось? На кровь сейчас идем или куда? Твоя моя гора, по-любому. Может кто-то абсорблен кому-то? Ну почему? Вообще-то еда боги нужна. И Мордену вроде нужна. Не уверена. Мордену уже не нужна. Ну тогда, ну вот, еда боги нужна. Ну паролики с ним, значит. А за ГП можно? Изи. Все, врываюсь. Мне спекнуться в танка, Слава? Да, конечно, спекнись, помоги. Вдруг там два тактика прибегут. Квест берем, не забываем.
Типа, он мне этот квест не дает, значит у меня есть этот квест, да? Значит, я его прошел в деле. Значит, я его прошел, но я его не проходил. Героики. А, ну глянь, может быть он у тебя есть. Как он называется? Он тебя провален. А, вот, неудача, неудача, бля. Ну, отмени его и возьми заново. Неудачник. Спасибо. Этот чел такой, который стоит в целке, такой, как ни в чем не бывал. Привет! Встали, приготовились. Варенька ко мне идет. Значит, я кружок. Варенька звезду. А, кто еще там? Варенька. Анальгин, ты будешь контролить. Треугольник. Бить будем рослого. Это квадрат. Так, я кружок, варенька звезду, анальгин треугольник. На счет три приготовились. Раз, два, три. И за стеночку. Ушли за стеночку. Бьем росло. Ушли. Бьем все росло. Бьем этих двух дураков. Никто не выходит за ворота, мы сами кто-то будем. Бери любого танка. Давайте сильный кружок. Стану мы даем, как подойдет. Ромбик, бьем рослого. Сейчас подождите, патруль отойдет, подождите. Это мы боимся этого. На счет три контролим. Раз, два, три. И за стеночку. Бьем рослого, квадрат. Рослого, рослого. Квадрат и треугольник все. Не мог видеть их, чтобы он боку не кидал. Видите, он как видит, он боку кидает. Наши арковы снимают. Че, демон зайдет? Кто? Демон. Там просто топор рубить вроде как просится. Коса косить, пила пилить. Бьем любого моба. Петите. Не трогайте меня. Тактика.
Мараксов, так у тебя будут реги на эту кожаную штуку? Ребята.